Всем привет! Сегодня 26 января 2016 года. Расскажу немного новостей на сегодняшний день. Ну, с утра я, как обычно, пошел с собакой погулял. Потом, ближе туда к обеду, мы пошли с женой и с дочкой, ну, в больницу. Ну, дочка у меня на больничном была, но простыла. И пошли к Лору на прием. Вот, ее выписали. Ну, выздоровела, она, все нормально. Вот. Потом пошли, я сходил в садик, отнес справку, что она выздоровела. И сказал еще, что до 8 февраля она в садик не будет ходить. Ну, написал заявление, что не будет ходить в садик. Ну, хочу, чтобы она побыла со мной, чтобы это, пока я здесь. Вот. Чтобы побыть подольше с доченькой своей. Вот. А потом 7 я уеду. Вот. Ну, и она опять будет с 8 числа ходить в садик. Вот. А пока буду с ней. Так что такие. Погода у нас холодная еще. Где-то минус 15 сейчас. Снега дофига лежит. Вот. Но я там смотрел по интернету. Вроде бы обещают уже завтрашнего дня там потеплее, там плюс. Не плюс, а это минус 5 вроде бы завтрашнего дня. Потом там 0 и где-то плюс 1 будет вот так в последующие дни. Ну, вроде бы тепло идет. Вот. Сейчас вечер, сейчас скажу время сколько. Сейчас 19:06. Ну, сейчас пойду опять вечером с собакой гулять. По такому холоду, честно говоря, даже неохота никуда выходить. Но приходится. С собакой надо гулять каждый день. И утром, и вечером. Вот, а еще какие новости. А, ну еще, когда ходили на улице с дочкой гулять, это... Зашли в магазин, купили там всякие книжки. Ну, такие книжки, как бы развивающие там. Всякие там тесты там в этих книжках. Ну, для детей специально обучающие книги. Вот. Что ты там для детей специально включаешь? Что я включил? Что ты включаешь специально? Я влог записываю, не мешай мне уже. Не лепи колобок, лепи отдельные фигуры. Что это за колобок? Ну, вот. В общем, жена сейчас помешала мне записывать влог. Ну ладно, ничего страшного. Вот, ну, в общем, вроде бы на сегодня новостей так никаких нет. Больше не было. Я говорю, в больницу сходили с дочкой. Вот, а в магазин зашли, книжные книжки купили. Вот. Сейчас. Всем привет! А я и тетя. Вот она говорит вам всем привет, до новых встреч, да? Да. Скажи подписчики, всем привет. Всем привет. Скажи подписчики, я вам передаю привет. Привет. Ты моя умничка. А я и подписчики. Большой привет там передаешь, да? Да, Хотите? Большой привет им передаешь? Хотите? Вот это моя доченька Лизочка. Хотите? Три годика скоро будет, 18 февраля. Да, вот ты. Не, три годика тебе будет 18 февраля. Потом 4. А потом 4 уже. Да. У нас следующий год будет 4. А сейчас 3 годика. Вот, сейчас сидим с дочкой, смотрим мультики про кота Леопольда. Кота. Вот. Так что вот такие вот новости на сегодня. Вот. Ну ладно, друзья, всем счастливо, всем пока. И до новых встреч. Увидимся. Буду стараться вас держать в курсе событий. Все. Ладно, всем пока. Помаши вот так ручкой, скажи всем пока. Всем пока. Ты моя золотце. Ты моя золотце.